Тут на прошлой неделе в маленькой швейцарской деревушке Давос проходил очередной Всемирный экономический форум. Вот уже почти 50 лет туда съезжаются титаны экономики, чтобы... Вот у меня тоже на этом месте заедает. Сформулировать не могу. Хотя, как прилежный ученик, посмотрел материалы, послушал чемпионов дебета, кредита, сальдо и манки, и даже Грету Турнберг. И вот что я вам скажу. Больше всего в Давосе мне понравилась художественная самодеятельность. Нет, правда. У меня просто сердце кровью обливалось, когда эта сладкая парочка гитарой и вокалом встала на защиту кораллов в море. Я даже подвывал, как умел. А в остальном, что касается Давоса, если принять во внимание тот факт, что за все 49 лет проведения форумов, после или вследствие собрания гигантов экономической мысли, инфляция продолжает расти, жизненный уровень падает, а колбаса не дешевеет, то... Скрипач не нужен. Эй-ку, 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 эй-ку.